Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу новенький скрипт для Clicker Simulator. Вышел он буквально несколько дней назад. Чтобы нам его активировать, естественно, потребуется чит. Ссылка на сам чит и скрипт будет в описании. Так, давайте открываем сам чит под названием Splash. И после этого нажимаем кнопочку Inject. Так, нажимаем ОК. И ждем, пока заинжектится. И, как видите, у меня инжект автоматически не произошел. Смотрите, для этого, значит, заходим в настройки, у кого также не получилось, у кого не сработало. И здесь есть две версии инжекта. Версия 2.0 и вот по-другому как-то называется. То есть пробуем, допустим, сначала с версией 2.0, если она не работает, то включаем другую. Я пока что выберу версию 2.0, все закрываем и нажимаем на кнопочку Inject. Так, ждем, пока тут все проверится. И сейчас должно у нас заинжектиться. Так, все отлично, мы заинжектились. После этого нажимаем вот на эту кнопочку. Это Execute. Активируем, получается, сам скрипт. Вот он появился. В принципе, функций довольно немного. Естественно, понятно почему. Потому что игра связана с кликами. В принципе, больше тут механик никаких особо-то и нету. Так, давайте, значит, начнем с самой первой функции. Это Free Game Pass, то есть бесплатные геймпассы. Смотрите, вот здесь сверху, получается, у меня сейчас ничего нету. Нажимаем на Free Game Pass, и, как видите, у меня появляются бесплатные геймпассы. Также заходим в магазин, заходим в Passes, и, как видите, написано то, что они у меня куплены. И они полностью все работают. Это очень даже круто, вам не придется тратить свои робуксы. После этого следующая функция — автоклик. То есть скрипт будет кликать за вас. Как видите, клики прибавляются. Но, как я вижу, тут есть какой-то, получается, детектор. И он не дает быстро вам засчитывать клики. То есть клики засчитываются, но в какой-то момент они, получается, минусуются. Ну, в принципе, это не проблема. Самое главное то, что зачисление есть, оно идет, все четко. Так, отключаем давайте пока что, чтобы не мешало. А потом следующая функция — это AutoClaim Gifts. Получается, можно получить какой-то подарок. Давайте включим. И как я понял, появляется он не всегда, но когда он появится, у вас автоматически он соберется. Следующая функция — AutoClaim Chest. То есть автоматически собрать награду с сундука. Давайте включим. Отлично, все у меня получилось его собрать. Получается, дали 10 алмазов и 1 реберс. В принципе, нормально. Следующая функция — это у нас телепорт. Получается, телепорт на локации. Как видите, тпхнуться мы не можем с помощью вот этих телепортов, потому что их нужно покупать. Но с помощью скрипта мы можем это легко сделать. Вот, допустим, выбираем вот этот остров и нажимаем TP to Island. Как видите, телепорт работает. Отлично. Давайте еще другие проверим, работают или нет. Все четко. Так, ладно, давайте теперь тпхнемся на спавн. К сожалению, тут спавна нету. Приходится тпхаться на последний остров. То есть на, да, остров последний. И после этого с него спрыгивать. Но, кстати, почему-то меня сейчас тпхнуло. Странно. Ага, как видите, здесь какая-то проверка стоит и написано что-то про прыжок. Ну ладно, в принципе, не суть. Самое главное то, что телепорт работает и меня, по идее, не кикает. Давайте еще раз глянем. Да, меня не выкидывает с этого острова, все четко, я могу тут бегать. Давайте посмотрим еще раз на ошибку, что там пишет. А, сейчас ничего не пишет. Получается, это ошибка только вот на вот этом острове. А, сейчас ее нету. Короче, странно. Что за ошибка была? Ну ладно, самое главное то, что телепорт работает и нас с него не выкидывает. Так, следующая функция — это, получается, автооткрытие яиц. Давайте, в принципе, попробуем. Получается, начальное яйцо стоит 250 кликов. У меня как раз-таки есть такое количество. Значит, здесь ищем в названиях Basic. Вот, выбираем и включаем функцию Auto Open Egg. Так, все, мы ее включили. Смотрим, как видите, питомцы выпадают. К
Конечно, не знаю, здесь есть анимация или нету. Давайте проверим. Откроем одно яйцо просто так, без скрипта. Ага, анимация получается есть, но когда вы, получается, юзаете сам скрипт, то вам выпадает без анимации. Ну, в принципе, кстати, это довольно удобно, я даже думаю. Давайте еще раз включим. Все, пэты падают. Отлично. А, так. Значит, нам нужно их одеть. Давайте оденем. Тут есть кнопочка EQ Best. А, также здесь она тоже есть. Давайте, подождите. Давайте снимем. Так, все отлично сняли. И нажимаем. Все четко, все получилось. Так, и здесь есть еще кнопочки Auto Shiny, Auto Golden и Auto Rainbow. То есть, с помощью этих функций вы автоматически можете их сделать shiny, либо золотые, либо радужные. Как видите, сейчас я это могу сделать. Можно, в принципе, это делать через панельку пэтов, либо же через сам скрипт. То есть, как вам будет удобнее. Вот такой, в принципе, новенький скриптец был. Давайте я вам быстренько сейчас покажу еще один. Активируем его. Так, это уже другой скрипт. Можно, в принципе, их совместно использовать. Два скрипта. В этом плохого ничего нету и ничего не будет. Смотрите, почему я сейчас активирую этот скрипт. Потому что в этом скрипте, как видите, есть авторебёрсты. К сожалению, в этом скрипте его нету. Возможно, когда-то добавят тоже авторебёрсты, но пока что их нету. Также здесь в этом скрипте есть кнопочка Infinity Jump. Давайте проверим. Как видите, прыжок сейчас у меня один. Больше мне не дает прыгнуть. Включаем ее. И как видите, сейчас у меня даже написано то, что у меня бесконечный прыжок. Я могу прыгать сколько хочу. Вот. Если вам, в принципе, весело прыгать, вы можете сами допрыгать до островов. Либо же использовать телепорт. Так, все, выключаем. Также в этом скрипте тоже есть, получается, телепорты. Здесь выбираем, на какой остров мы хотим тпхнуться. Нажимаем телепорт. Как видите, он тоже работает. Отлично. Также здесь есть тоже автооткрытие яиц. Здесь мы, получается, выбираем basic. Кстати, давайте попробуем, сдали получится яйцо открыть или нет. Скорее всего, должно получиться. Так, клики у меня есть, чтобы открыть. Вот столько у меня сейчас питомцев. Включаем эту функцию. И, как видите, это тоже работает. То есть вы можете находиться абсолютно в любом месте и с помощью скрипта открывать яйца. То есть не стоять около них. Так, все закрываем. И давайте я вам покажу реберсты. Также здесь, кстати, есть автоклики. Тоже, как видите, работает. Ну, кстати, за счет питомцев меня довольно сильно бустит. Это круто. Так, все, мы накопили. Получается, смотрите. Как я понимаю, можно сделать один реберст, можно сделать 5 и 10. К сожалению, больше у меня нету выбора. Скорее всего, тут придется покупать геймпасс. И, к сожалению, бесплатно этот геймпасс не выдается. Так, ну, давайте попробуем сделать 5 реберстов. Значит, вот здесь выбираем 5. И включаем. Так, теперь включаем автоклики. И ждем, пока мы соберем нужное количество. В принципе, довольно быстро это происходит. Так, все отлично. Как видели, мы накопили нужное количество. И у нас реберст сделался автоматическим. То есть, эта функция тоже работает. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько я сейчас зарабатываю. Получается в 2 раза больше. То есть, за 5 реберстов вы получаете в 2 раза больше кликов. Было 56. Ну, конечно, не в 2 раза, там чуть поменьше, но в основном почти в 2 раза. Так, давайте проверим. Еще раз сделался автореберст. Все четко. И давайте попробуем какое-нибудь яйцо открыть. Новенькое, которое я не открывал. Посмотрим, на какое яйцо хватит. Давайте пока что включим автоклики. Спрыгнем в самый низ. Так, все отлично. И сколько следующее яйцо стоит? 2500. Ага. Так, давайте автореберст выключим, чтобы у меня реберст не сделался и клики не списались. Так, и давайте, получается, ну вот в этом скрипте выберем вот это яйцо, как оно там называется. Ага, название посмотрел. К сожалению, прочитать я правильно не смогу, это точно.
Ищем это название. Где-то здесь оно должно быть. Вот, скорее всего, это оно. Да. Все отлично, мы его выбрали. Отходим от него. Заходим в пэтов. И включаем автооткрытие. Как видите, питомцы выпадают. Уже два новых питомца выпало. И третий. Все, можно выключить, в принципе. Кстати, в этом скрипте, как видите, кнопочки EQ Best нету. Она есть, получается, только в этом. То есть, какой-то скрипт хорош по-разному. А также, как видите, в новеньком скрипте есть кнопочка Free Game Pass. А вот в этом стареньком его нету. То есть, этой кнопки. Так, все отлично. Наши хорошие питомцы оделись. И сейчас я за клик получаю целую 1000. А если быть точнее, 1050. Это очень круто. Ну, в принципе, вот такой ролик вышел на сегодня. Кому понравилось, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.